Эти люди любят разнообразие в мелочах. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Люди с этим именем могут быть кем угодно, придерживаясь различных взглядов на все. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность в самовыражении, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. При определении индивидуальных черт характера представители этого имени связывают с практичностью, трудолюбием и самодисциплиной. Избыток или недостаточность троек в нумерограмме указывает на упорство на грани упрямства или лень и инфантильность соответственно. Порядок, методичность, хозяйственность, уважение к деньгам и материальным благам, практическая смекалка, честность, чувство ответственности, трудолюбие, серьезность – эти качества соответствуют владельцу имени. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Уверенность в себе, энергия и внутреннее спокойствие – эти качества вызывают у окружающих уважение и доверие к владельцу этого имени. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.